Разыскивают убийцу известного спортсмена Ивана Климова. Тело трехкратного чемпиона Сибири, члена сборной России по боксу, обнаружили во дворе его дома в минувшую субботу. Первые версии следствия в материале Павла Брыкина. Все выходные к дому известного спортсмена Ивана Климова жители Омска несут цветы. Именно здесь, недалеко от своего подъезда, и был убит трехкратный чемпион Сибири по боксу, член сборной России и победитель международных соревнований. Нападение на Ивана произошло рано утром в минувшую субботу. Неизвестный преступник нанес 24-летнему спортсмену несколько ударов ножом. Боксер скончался на месте. Когда он пытался перебортовать автомобиль, то к нему подбежал неизвестный молодой человек, нанес два удара ножом, один в область шеи, другой в область печени, и скрылся с места происшествия. Скорее всего, убийца готовился к нападению. Шины на автомобиле Климова были проколоты заранее, видимо, для того, чтобы отвлечь спортсмена или помешать ему скрыться от нападавшего. Отрабатываются различные версии произошедшего, начиная от бытового убийства и заканчивая заказным характером преступления. И устанавливаются лица, которые относятся к числу подозреваемых. Полгода назад на Ивана Климова уже было совершено нападение. Это произошло у ночного клуба и попало в объективы камер видеонаблюдения. Вот человек с оружием в руках спокойно прогуливается рядом со входом в заведение. Но охрана не обращает на это никакого внимания. Когда Иван Климов с друзьями выходит во двор, преступник начинает стрелять. Спортсмен получает ранение в живот и падает. После этого нападавший садится в машину и скрывается. Тогда Климов попал в реанимацию. Врачи говорят, что выжил он чудом. Недавно боксер вновь приступил к тренировкам, но принять участие в соревнованиях так и не успел. Павел Брыкин и Евгения Могилевская. Вести, дежурная часть.